На конкурс дети читают стихи. Швецова Дарья, 4В, школа номер 16. Константин Вуколов, год 41, год 45. И в 41, и в 45 война мальчишек брала в солдаты. Ломала судьбы, они так хрупкие, людей крошила, как в мясорубке. Творила беды война злодейка, там пуля дура, а жизнь копейка. Не каждый воин победу встретил, им так хотелось пожить на свете. Остались лица на желтых фото, читает память их письма с фронта. Большому горю какая мера, год 45-й, год 41-й.